Вечером в пятницу на перекрестке проспекта Шевченко с Шампанским переулком произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Opel Vectra. От удара мотоцикл отбросило на тротуар, и, по словам очевидцев, он травмировал парня. Известно, что в результате аварии 25-летняя девушка-мотоциклист получила различные травмы и была доставлена в еврейскую больницу. Подробности этого ДТП сейчас выясняются.